Владимир, есть сбережения, куда их вложить? В образование, в недвижимость, в новые стартапы и в свои мечтания. Обязательно нужно реализовывать свои мечтания, потому что в магазине желаний нужно исполнять, чтобы регулярно исполнять свои желания. Но никогда не занимайтесь безмерным накопительством. Обязательно должен быть какой-нибудь запасик, небольшой всегда должен быть. Но не надо откладывать деньги на черный день. То, чего ты ждешь, обязательно наступит. Если ты откладываешь на крутое путешествие, будет крутое путешествие.